нас дети приходят в 5 лет, и в 30 лет они еще танцуют. И благодаря нашему руководству у нас остаются наши выпускники работать в нашем коллективе. Это важно. Важно, когда молодые перспективные ребята не покидают родной город, а остаются здесь и воспитывают молодое поколение. Сейчас детей не так уж и много, но вообще у нас было 180-200 человек. Я надеюсь, что в будущем, благодаря тому, что наш дворец восстанавливают, мы сделаем все, чтобы коллектив наш был даже не 200 человек, а еще больше. Выступали, мне кажется, что было концертов даже больше, чем в прошлой жизни, по 7, по 8 концертов в месяц. Вот в основном, конечно, работают ребята старшие. Почему? Потому что у нас у старшего состава костюмы уцелели, у малышей и средних у нас просто не сгорели. Поэтому такая вот у нас проблема. Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, мы в землю нашу полегли когда-то, а превратились.